Так, ладно. Давайте посмотрим, что у нас дальше. Сейчас будет сериальчик, по идее, но перед этим вроде бы развилка вторая. Когда я заново переживал прошлое, будущее казалось таким ясным. Но с момента моего отбытия все изменилось. С тех пор я жил, опираясь лишь на план и на видение. Я знал, что Джек придет ко мне. Я это видел. Но я не знал, почему именно и как все закончится. Вот он. Ты был прав. Будущее в моих видениях не всегда четко, но они не врут. Кстати, о лжи. Джойс говорит, что нашел машину времени брата. Мы 17 лет ее искали, а он находит меньше, чем за день? Да, звучит сомнительно. И все же, мы знаем, что она существует, и не знаем, что успел рассказать ему брат. Но если он вправду ее нашел, зачем ему приходить к тебе? Спорю, он блефует. Вероятно, но мы так и не нашли машину. А найти ее надо. Если Джек знает, мне надо поговорить с ним. Доктор Джойс мог бы ответить на этот вопрос. Уильям слишком много знал и был слишком упрям. Думаешь, этот обозленный молодой человек будет сговорчивее брата? Джек был твоим близким другом. В тебе говорят эмоции. Не поддавайся им. Не буду. Не стоит забывать причину, по которой мы сегодня здесь. После случившегося люди должны знать, что мы все держим под контролем. Только ты сможешь убедить их. Оставь Джойса мне, а сам сосредоточься на презентации. Мартин, я знаю, что на кону. Не рыпайся. Ну, Ниблер, готовься, сейчас создашь два выбора. Чатиком выберем, как всегда. Вот и ты. Захотелось взглянуть на жизнь вероломных ублюдков, которые к тому же так вежливо меня пригласили. Что будем делать, Пол? Так, что будем делать? Сейчас. Вдруг вокруг какая-нибудь секретка есть. Я мог попробовать достучаться до Джека, открыть ему глаза или отдать его Хэтчу, чтобы ничего меня не отвлекало от управления монархом. Но на Тантуэт, ну как минимум, на ПК подгоревали из-за того, что она шла через задницу. До сих пор ходит. Так, ладно, давайте посмотрим варианты и потом сделаем выбор. Я был в прошлом. Пытался изменить будущее. Скажи мне вот что, Пол. Было время, когда я доверял Джеку больше, чем кому бы то ни было. Это был мой единственный шанс его убедить. Что, блин, значит, никто не видел стрелявшего? Но если не произнести речь, то вся моя империя начнет трещать по швам. Нет, Вадим, цена была у нее нормальная, как и у всех игр. Это, возможно, для России поначалу было странно. А для Европы норм, все игры на ПК стоят 60 баксов. Я полагаю, горе не ошиб. В излишних надеждах, а мы с вами оба знаем, мистер Джойс, что ошибки часто приводят к катастрофе. Вынужден обратиться к вам, мистер Джойс. Но от моего старого друга придется избавиться. Похоронить вместе с остальным моим прошлым. Сегодня, вопреки грядущей тьме, мы празднуем. Празднуем потому, что, как я и обещал, мы готовы к ней. Под моим руководством монарх станет только сильнее. План будет исполняться, как задумывалось. Ну что ж, собственно, какой выбор делаем? Давай, Ниблер, сделай голосовалку. Дружба или дело? Левый или правый? Так,
Так, сейчас открою себе тоже чатик, чтобы посмотреть результаты. Ну, Вадим, это фигня не считается. По-любому там, если сравнить со всем миром, это маленький процент. Но time to wait. Потому что все у нас физики, и поэтому, типа, говно. Скорее всего, не знаю. Не знаю, пройдем, посмотрим, в чем дело. Может, там действительно что-то есть такое, хотя хз. Так, ну что ж, голосование пошло. Давайте, ребят, отдайте свой голос. И через пару минут сейчас начну обратный отчет и потом выберем варианты в игре. И погнали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Итак. Выиграло дело. Ну, тогда берем это. На этой стадии заминки недопустимы. Поговори с ним, узнай, что знает. Потом избавься. Ты сама доброта, Толстосум. Я знаю, ты считаешь, что я свожу личные счеты. Но они остались далеко в прошлом. И мне нужно готовиться к выступлению. Я видел, к чему все придет. Я наблюдал конец времени. Я сбежал от него аж в 1999, где все и началось. Я пытался изменить судьбу. И этим сам же запустил ее маховик. Алло, ты где смотрел? В экран или в сторону? Мы ж только что посмотрели, что один делает, что второй делает. Потом голосовалку пустили. Или ты не смотришь сюда и пишешь что-то странное. Ладно, дальше сериал, погнали. Время рвется. В монархе все знали заранее. У них есть план. Называется «Протокол Ковчег». Он может нас спасти хотя бы некоторых. Ты, Мартин, лицо монарха. Уже много лет. Но давай кое-что проясним. Я все еще капитан. У тебя в голове туман. Тебе пора на процедуры. Тебя там ждать? Меня? На вечеринке? Если хочешь, пойдем вместе. Что вам нужно? Всех, кто могут указать на монарх. Пошел ты. Стой! Пропал сигнал из фургона с Джейком Джойсом. Просто найди его. Отойди! Быстро! Лем, ты все неправильно понял. Нет. Нет! Ушел! Нужно срочно задержать Лема Бёрка. Он вооружен и опасен. Дыши. Работает, да?
Процедуры теряют эффективность. Неправда. Нет, я должна придумать что-то новое. Сегодня вечером ты должна отдохнуть. Ты себя не бережешь совсем. Я получила данные по временным аномалиям. Они становятся чаще и длятся дольше. Они пройдут, я же говорил. Есть вероятность, что ты видел что-то не то. Я видел, как есть! Мне надо приготовить мою речь. София, не волнуйся ты так. Я просто не... Я не в том настроении, чтобы много пить. Тяжелый денек? Да. Да. У меня тоже. А что у тебя? Много всего сегодня случилось. Ага. Пришлось разбираться с внутренними делами. Внутренними делами? Ага. И мне ничего не расскажешь? Ну, они же внутренние. Чарли. Хорошо. 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 Сегодня я помог поймать предателя. Предателя? Это поэтому столько шума было? Да. Моих рук дело. Кто это оказался? То есть, кто это? Кто это оказался? Кто, в смысле, кто был предателем? Я не могу. Что? Я не могу ни с кем обсуждать это. И... Просто ты это преподнес так драматично. Ага. Что? Пожалуй, я не могу больше ничего тебе рассказать. Честно. Не шучу. Ну, я просто подумала, ты хочешь со мной поделиться. Я пойду попудрю носик, так что поскучаешь чуток, ладно? Хорошо. Пообщайся. Выпей для начала. Ладно. Хорошо. Ответьте. Доложите обстановку. Говорит Браво, все чисто. На подробнее. Спасибо за ствол. Доктор Эмерл? Мартин, мне нужна помощь. Он тебя послушает. Пол. Думаешь? Мы в большой опасности, а он не понимает. Не хочет понимать. С чего бы это? У нас есть разногласия, но тебя явно беспокоит будущее монарха. Тебе не все равно, что случится. Если наступает нулевое состояние, что-то надо делать. И какие же варианты? Ты сам знаешь, какие. Послушай, София, дело не в том, поверит ли Пол мне. Просто я не верю тебе. На мой взгляд, твой подход контрпродуктивен. Ты настраиваешь Пола на катастрофу, морочишь ему голову апокалипсисом. И, честно говоря, я бы на его месте не доверил тебе такой ответственный пост. Потому что мне
действительно не все равно. Чего ты так отчаянно боишься, Мартин? По-твоему, я чего-то боюсь? Что случилось? Ничего. Мы просто болтали о разном. Тебе скоро выступать с речью. Приятного вечера, доктор. Эй, ты же Крокер, верно? Эй, Крокер! Крокер! Мне срочно надо посрать. Черт, ну давай же! Крок! Крокер! Ну же, Крокер! Вон та женщина в ожерелье. Готова поспорить. Угу. Неплохой выбор, но споришь, что вон тот, который типа Райан Гослинг, разговаривает с Джорджем Клуни, весь такой с крутыми запонками, болтает о фондовой бирже. Да. Ага. Ричард, где тебя носило? Забыл приглашение. Да что ж ты такой рассеянный? Вовсе я не рассеянный. Уп, здрасте. Да. Ага. Тянет? Нет. Бам! Я тебе говорила. Что же я так супую, проигрываю? Вообще больше не выпью. Нет, правила есть правила. Правила надо соблюдать. С тебя еще одна шпажка. Ладно. Хорошо. Ладно, сделаю. Вообще-то я терпеть не могу это все. Ты справишься, дружище, справишься. Спасибо за поддержку. Отличненько. Спасибо. Хоть бы не совсем сухую проигрывать. Хочешь пройтись? Ага. Хорошо. Ладно, дамочка. Я возьму свою шпажку. Я свою тоже захвачу. Крокер, 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 Крокер. Ладно. Эй, дружище, Крокер! Крокер, Крок! Бёрк! Крокер! Эй, приятель. Эй. Слушай, слушай, если мне придется войти, ты, блин, пожалеешь. Послушай, это все грёбаное недоразумение. Я завтра выйду. Я замолвлю за тебя словечко. Помогу с продвижением. Все, что я прошу, просто отведи меня в долбанный сортир. Иди к задней стене. Черт, спасибо, друг. Спасибо тебе. Давай, 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 давай. Да. Спасибо. Заткнись. Медленно подходи. Ага. Ты же не против, что мы ушли? Прежде всего, я вообще не особо хотел идти. Ладно, тогда зачем пошел? Потому что кое-кто меня заставил. А, это еще что? Похоже на динозавра в шлеме.
Ну да, лучше и не скажешь. Слушай, а мы куда? Нам вообще сюда можно? Да, 100 пудов. Ладно, хорошо. И чем бы ты сегодня занимался, если бы мы сюда не пошли? Что, если бы не пошел на вечеринку? Да. Ну, я бы отменил все свои мегаважные дела. А. Ну, и пошел бы, поработал. Тебе не кажется, что ты трудоголик? Да, но неплохой я... ответ. Ну нет, я имею в виду, что я... Это не ощущается как работа. Я люблю возиться с компами. Ага. Я чувствую себя на своем месте. Ты тоже постоянно работаешь. Не меньше меня, на самом деле. А тебе не кажется, что, может быть, ты работаешь чуточку многовато? Может быть, не знаю. Я не знаю, думаю, да. А ну стоять! Ну чё? Ах, ты говнюк! Эй, погоди! Тебе всего-то было надо впустить меня в лабораторию! Ты предал, монарх! Что мне еще оставалось делать? Ты что, вообще не в курсе, что творится? Мне нужно туда попасть. Там есть нечто важное. Протокол Ковчег. Ты работаешь с Бет Уайлдер, я уже тебя видела раньше. Ты ее знаешь? Из-за нее я здесь. Без пушки все еще никак? Никак. Давай, живее. Какой ты славный малый. Это здесь. Да, точно. Конечно. Ясно. У вас же не получится, а у меня особый талант. Рад, что его так ценят. Пожалуйста. Это здесь? Что это? Такое. Хрономутированный организм. Чрезвычайно агрессивный. Таких только слышал. Организм? Это доктор Ким. Вы знаете, кто я? Мартин Хэтч, скажем так. Правая рука Пола. Это еще как понимать? Блюду интересы монарха.
занимаюсь тем, до чего Полу, так сказать, нет дела. Вы его помощник? Не все так просто. А так и не скажешь. Я мог бы выразить вам соболезнования насчет брата, а вы... Вы пошлете меня подальше. Еще я мог бы сказать, что Пол хочет уберечь вас от такой же участи. Вы меня тоже пошлете. Лучше я скажу, что между мной и Полом есть различия. Пол, он... У него еще есть надежда на лучшее. А я по натуре реалист. Проблема вот в чем. Я полагаю, корень ошибок в излишних надеждах, а мы с вами оба знаем, мистер Джойс, что ошибки часто приводят к катастрофе. Пол очень опасный человек. Практически фанатик. Если его не остановить, ситуация так и будет катиться в пропасть. Вынужден обратиться... к вам, мистер Джойс. Я надеюсь, что мы сможем найти общий язык. Кем он был? Моим учителем в колледже и наставником в монархии. У меня был трудный период, а он меня выручил. Понял. Вроде бы. Я думаю, это файл-призрак. След массового стирания файлов. Кто-то был здесь. Я нашел регулятор хронополя. Подожди, стой. Вот черт, это же отчет доктора Эмерл. Что там? Зависания, они происходят все чаще. Что такое зависание? Чем чаще зависание, тем ближе разлом. Так, а что за разлом? Во времени. Нулевое состояние, все замирает и больше не идет. А протокол Ковчег может спасти нас? Без понятия. Но регулятор хронополя — это основа хронотехнологии монарха. На нем все завязано. И он как-то связан с ковчегом. Нам пора. Ну подожди. Нет. Живо. Сюда. Чарли, давай. Нет, не надо. Тоже замрешь. Фиона! Лаборатория защиты от зависаний. Стой здесь. Это зависание? Ты куда? Там были хроножилеты. Они нам помогут. Мать.
Чарли! 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 Твою мать! Черт! Какого черта? Идем! Ну, как-то так все. Продолжение следует, но уже завтра вечером. Продолжим третий акт и, собственно, третью серию. Такие дела. Спасибо за просмотр. Увидимся завтра.